Более подвижные, более молодые. Хавбека. Понятно было изначально, что это Лам. Следит за теми, кто на поле. И пьют немцы. Обмен между кроссом и Лапцем. Прием. Начинается дриблинг. Поле. И вот она первая атака. И вот он первый выход. Угол Мейда. И удар по воротам будет. Прозвучал этот удар. Томная атака его партнеров. Мышленно играют от соперника. Мгновенному ускорению на чужой половине поля. С ними надо быть осторожнее. Вот здесь тоже потеря. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Что вытворяет Руй? Потопаешь, так и полопаешь. По-разному бывает. Взаимодействие. Феррейра подача. Ближе к линии нападения действует. А вот здесь... Что, точка? Точка сразу! Мазич показывает. Томас Мюллер против Руя Патрисио. Гол. Германия впереди. Криштиану Роналду требует... Нани. Изом получается. Такой с 11 метров. Рейра. Много игры через правый фланг. Хорошая подача. Алмейда скидывает Криштиану Роналду. Кто там увидел, то потребуется или нет эта помощь ему сейчас. Буатен. Нани с нарушением правил. Вот один такой прошел у них уже на Ламе. Вот сейчас Мюллер оказывается на этой... Пришел на фланг Жоао Перейре. Неплохо бежит 21 номер. Вот Тони Кросс. Ой-ой-ой. Это все. Их двое. Так надежнее. Вот по первой половине тайма впечатление, что... Ого! Это Нани. Никакая потеря пока еще не может ли. Так бывает. И бывает нередко. Кросс. Угловой. Хидира! Нет, это Хуммельс, простите. Матс Хуммельс. 2-0. 2-0! Хорошая атака не пропала. И угловой, который получился, становится голевым. Сборные успели в этом разрушении. Середина проходится немцами легко. Посмотрите, как воздушно здесь. Зефир и пастила. Трех защитников. Криштиану Роналду и Нани. Пас. Жоао Моутиньо. Передача. Офсайда нет. Офсайда нет. И команды, они направлены, оказывается, от этого не легче. Ехала группа G на чемпионате мира Сальвадора. Рена Фончинова. Немцы пока впереди. 2-0. Ай-яй-яй. Мюллер и Пепе. Красная. Вот. Линию и хитрый. Четвертый человек. Общается. Ох, жарко ему. Ох, как. Четыре раза больше. Полузащитников, которые есть и нападают. На одного меньше у португальцев. И так. Хеведес скидывал мяч. Снова кросс. Выигрывают борьбу и забивают. Вот это да! Вот это мужик! Томас Мюллер. 3-0. Я думаю, что игра-то сделана уже. К сожалению, для португальцев. И, к сожалению, для любителей интриг. Вот у немцев команда. Команда так команда. Она действительно работает. Колоссальная работа все эти годы. Самое внимание, что в центре поля у португальцев сильные португальцы. Так это
получении красных карточек. 13-й Мюллер, 16-й Лам, капитан команды, 17-й Мертенсакер, 18-й Кросс, 19-й Гёдзе, 20-й Буатен. Йоахим Лёв. Почему бы немцам вдруг отступить от своего футбола, а тут офсайд. А, коллективная игра впереди у немцев. Вот этим они сегодня... Эдер. У сборной Германии. Нет офсайда. Можно идти вперед. Руй Патрисио выручает, но есть повторный удар выше цели. Вернейший момент. И супер шанс для Томаса Мюллера оформить хет-трик на добивании. И показал, что уже нормально себя чувствует. Но тем не менее, Тини. Чем больше. Ну, это действительно визуальная оценка. Значит, так. На любом фланге может появиться. Ну и чувствуется, что тут уже, конечно, без... Нани. Немножко неопрятно работает с мячом. Хотя, может быть, это кажущаяся небрежность. В конце концов, отпускает себе мяч. Какой свист, а? Футбольная мысль. Хорошо. Он обещал, что на этом чемпионате... Денищ, организованный из всех африканских сборных Гана, но мы и не видели еще пока. И, наверное, для старта Гёдзе. Пошел с левого края в середину. Что-то изменилось в атаке сборной Португалии. Ох. А вот и Гёдзе! Ну, браво, здесь браво. Защит нет. Де Кросс мудрит, хитрит. Приближается Шюрле. Сейчас же это Шюрле. Что как раз Хумельса и собирались менять. Центральная позиция. Природная, более привычная. Игре. А комбинация одна и та же примерно. Ох, опасную, как сейчас было. Не ставит 11 метров. Штрафной удар. Ама пробить Шюрле. Продолжается атака. И четвертый. Четвертый. То есть в смысле третий. Есть хет-трик. Первый хет-трик чемпионата мира 2014 года. Томас Мюллер. Тогда, когда атака сборной Германии, казалось бы, уже... Да, пока на заключительный. Сейчас смотрит за игрой немцев. И... Ради... Можно было ждать эмоционального какого-то порыва, его не было. Они продолжили играть после перерыва. Часто играл за Баварию в этом сезоне на позиции центрального, как бы, нападающего. Ну и Подольски слева. И теперь американцы и сборная Ганы набрасываются станет. Вяжет хотя бы 2-3. Хоть какую-нибудь серийку. Эти цифры. 411 передач немцы сделали. С владением, ну сейчас 40, 55 точнее, 56, нет, 50. Во-первых, много забивают, а во-вторых, еще и волевые победы случаются. При том, что Марко Ройс перед самым отлетом. Санкционированный Криштиану Роналду. Штрафной. Последний, возможно, сегодня. Ох, как пробил Криштиану Роналду. Вот когда он в таком ударе, в таком порядке, совершенно неважно, есть стенка или нет.